Мы с вами будем рассматривать это дело самым тщательным образом. Опирайтесь на свои внутренние убеждения, на все, что вы пережили, испытали, слышали, на звук, на тишину, на то, что есть вы сами. Смотрите через призму своей личности и судите соответственно. Мое внутреннее убеждение виновен. Мое внутреннее убеждение в жизни ничего не идет по плану. Новый фильм Клода Лелуша. Желаете выпить? Нет, желаю, чтобы она дала мне развод. Это правда. Вина, люблю. Рок-н-ролл! Больше никаких скверных новостей. У меня проблемы с этим двойником. Покажите ваши документы. Хорошо, заходите. Что такое любовь? Это когда плевать, хорош ли он в постели. Когда-нибудь изменял жене? За ее жизнь ни разу. Как это понимать? Что мне сделать, чтобы ты поверила моим чувствам? Признайся в них лично, тогда, может, я и куплюсь. Тогда обернись. Это сумма невыплаченных налогов. Сумма? Это телефонный номер. 20 лет по 20 в день, 154 тысячи клиентов. Напишу мемуары, если каждый купит по экземпляру, это будет бестселлер. Вы уверены, что хотите развестись? Да.